В начале этого часа сюжет о 8-м международном конкурсе юных вокалистов Елены Образцовой. 23 августа состоялось торжественное открытие конкурса, 24 и 25 августа проходил отборочный тур, а сегодня, 26 августа, идет финальный тур. Мы поздравляем юных участников, которые прошли во второй тур, желаем сегодня всем ни пуха, ни пера. У нас есть запись одной пары участников замечательных музыкантов из Австралии. Это юная вокалистка Амалия Сафонова, 10 лет, и ее брат, концертмейстер Артемий Сафонов, 14 лет. Амалия Сафонова заняла более 50 призовых мест на различных вокальных конкурсах, работала с опера «Австралия», пела в мюзикле «Звуки музыки», была номинирована на звание «Юный музыкант 2019». Помимо вокала, Амалия изучает игру на фортепиано, флейте, прекрасно рисует и танцует степ. Сестра и брат Амалия и Артемий Сафоновы давно известны в русскоязычной общине Австралии как талантливые юные музыканты. В этом году они впервые начали выступать дуэтом. Артемий неоднократно занимал призовые места на различных фортепианных конкурсах Мельбурна. Он очень упорно продвигается к своей цели стать профессиональным музыкантом. Помимо игры на фортепиано, Артемий изучает игру на скрипке и баяне, композицию. Амалия готовилась к конкурсу 2 года, планировала поездку в Санкт-Петербург. К сожалению, в связи с пандемией планируемая поездка не состоялась. В очень непростых условиях карантина, с полным закрытием штата Виктория, когда занятия с педагогами стали возможны только онлайн, а работа с концертмейстером и вовсе превратилась в мечту, Артемий в экстренном порядке подключился к подготовке к конкурсу. Он разучил все произведения, исполняемые сестрой, и посвятил много часов, помогая на онлайн-занятиях и участвуя в видеозаписях. Мы от души поздравляем ребят с тем, что они прошли во второй тур, удачно выступили сегодня и предлагаем послушать в их исполнении «Жаворонка Глинки» и неаполитанскую песню «Санта Лючия». Не ведут певцов.
Участники 8-го международного конкурса юных вокалистов Елена Образцова и Амалия Сафонова, сопрано, и Артемий Сафонов, фортепиано, исполнили «Жаворонка Глинки» и неаполитанскую песню «Санта Лючия».